Ну что, сколько этих? Сколько? Знаешь, мне кажется, около 300. 300? Не может быть. Это 250. Ты думаешь? Ничего себе. Посмотри, тут только вот здесь. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 35, 40, 43, 45, 55, 57, 64, 65, 67, 70. 5, 70, 80, 82, 87, 87, 90, 92, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106. Около 100 здесь и там, ну да, примерно будет 180, вот так вот я думаю. Какие дела, 180 посадили за один день, это, конечно... Не мы троем, это детишки нам тут помогали, целый класс. Ну, в общем, движение идет. Вот. Такая вот интересная житуха проходит. Сажаем деревья, заботимся о природе. Вот как можем, конечно, заботимся в те моменты, когда есть возможность о ней заботиться. Ну, а вообще, желательно, естественно, надо всегда о ней заботиться, потому что природа... Она волшебная, и иногда это понимаешь, когда постоянно ездишь, 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 раз останавливаешься в каком-то таком красивом месте, и после этих городов, после этих запахов, этих выхлопных разных вещей, ты понимаешь, насколько все красиво, насколько все прекрасно. Вот. А потом понимаешь, что реально так же вообще оно и есть, то есть это же наша земля. А мы живем вообще в другом мире. Мы живем в мире, который мы как бы сами, можно сказать, создали. Вокруг себя эти картонные, не картонные даже, а бетонные коробки какие-то поставили. И выглядит все совсем очень плохо. Когда попадаешь на настоящую природу, такую видишь настоящую красоту, мы удивляемся. О, вау, говорим. А реально все оно так и должно быть. Такие вот дела, друзья. Что, скорее всего, мы уже здесь будем закругляться. Вот, и двигаться дальше в солнечную Калифорнию. Смотрите Анзор ТВ.